Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в War Tales, и в прошлой серии мы закрыли, ну, практически закрыли уже графство Артес. Нам осталось две локации найти, одна из них Крысиное Логово, сходим туда сегодня, и как раз нам, в принципе, по пути через Тилтран, мы, наверное, пройдем через гору Алтис, и потом дальше пойдем в Лудерн. Лудерн — это наша следующая большая локация, да, как раз там уровни где-то от 6 по 8, то, что нам, в принципе, нужно. Вот, но еще две локации в Артесе найдем, выполним, может быть, вот это задание по дороге. Но для начала давайте мы немножко покрафтим. Я уже немного в инвентаре порядок навел, попродавал там барахло, которое мы за последние серии насобирали. И давайте мы изготовим как раз бочку для варки бухлишка какого-то, посмотрим, как это будет работать. Мы, наверное, поставить ее сначала сразу же где-нибудь, пока сторонку поставим. Дальше мы ее нам надо сначала рецепт на ее улучшение открыть. Хорошо, давайте откроем. У нас есть как раз единичка знаний. И, в принципе, мы можем еще одну единичку получить сейчас, я думаю. У нас... Я собрал все ресурсы, которые у нас здесь были. Так, тут нам веревок не хватает. Больше кожи, зараженную кровь из чумной кожи. А где там... Бочка для варки так просто не открывается, да? Ну ладно, мы тогда дубильную эту улучшим. Стойку. Давайте сейчас сделаем веревок только еще. Факелов тоже можем сделать много. Веревок все 10 штук делаем. Так. Заработали еще одно очко знаний. И вот, бичеватель можем тоже поставить. 4 веревки у нас есть для этого как раз. Окей. Но... Не знаю насчет бичевателя. По-моему, у нас и так все хорошо работают. Это мы вот так вот все поставим. А бочку куда-нибудь сюда. И давайте посмотрим, что мы можем здесь делать. Из меда медовуха, из винограда простое вино мы делаем, бренди из вишен, слушайте, прикольно, 3 вишни на 3 бренди мы меняем, тоже бренди из конопли, мы пиво делаем, так, из яблок сидр, логично вполне, давайте посмотрим, что нам надо... По-моему, нам как раз бренди надо для блинчиков, да? Где там эти наши блинчики? Не для блинчиков, а для культурного шока. Нужно бренди. По 6 штук. Так, бренди, да? Значит, любые ягоды нам подходят. Давайте заглянем на рынок. И закупим сейчас ягод. Тут вишни точно продавали. Да. Так. Но нам надо сюда еще кого-то поставить, правильно? Ну, ладно. Тут знание повара или какое-нибудь другое не нужно. Нам надо просто, чтобы здесь рабочий работал. По шкуркам давайте смотреть. На один привал нам хватит, чтобы сделать простую кожу. Так. Тут у нас еще целая куча крысятины. Ладно, пусть валяется.
принципе, мы можем взять еще из... торгового поста. Я тут оставил себе немного вот этого. А ну-ка, давайте возьмем еще вот это все дело. И посмотрим на... Тут мы получаем простую кожу и зараженную кровь. С каждой штучки. Неплохо. А тут мы получаем белую кожу. С трех останков. Ну, может быть, в другой раз. Может быть, в другой раз. А белую кожу мы сейчас эту просто не потянем. Ну, точнее, вот эти вот останки мы не потянем. Как-то так. И что я еще хотел сделать? Да, сдать задание. Вроде бы с крафтом там более-менее я разобрался. Заберем награды за выполненные задания. Давайте посмотрим, что у нас еще тут есть. Специи 5 штук в штормкап... Штормкап, да? Ребята меня поправляли. Мы, в принципе, можем, наверное, притянуть. Давайте посмотрим. Если тут они продаются, то, наверное, да, наверное, можем. Я просто не помню, что здесь продается. Самоцветы, специи, да, как раз. И у нас одна, у нас есть две штучки, да, и есть еще самоцветов немного. Единственное, что, опять же, мы, может, просто не потянем все это дело. По 5 килограмм, да. Но, как вариант, можно сделать. Давайте посмотрим, какие там еще варианты есть. Мародеры. Банда. Банда, кстати, вроде по дороге нам даже. Давайте не будем сейчас ничего это самое. Да, банда нам прям четенько по дороге, отлично. Тоже выполним. 5 специй. Что мы можем здесь еще, может быть, тогда сделать? Можем всем сумки дать на время, пока будем туда ехать. Всем нашим животным. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 сумок. 9 у Тони и так сумки. Так, волку нам надо... Ага, и, короче, 2 сумки мы можем сделать сейчас. Ну, одна у нас есть, да? Подковы где-то у нас, наверное, не по пути. Подковы нам будут. Поэтому мы можем 2 сумки выдать уже сразу нашим поням. Ну, пони и кому там, и волку. Все нормально. Так. Хорошо. И уже у нас есть немного веса переносимого. 140 руды собралось. Ёлки-палки. 50 пшеницы накупил уже здесь. Дерево тоже нормально так. Давайте посмотрим, что мы тут еще можем сделать. Может быть, чисто просто, чтобы знания получить. И, может быть, попродавать там барахло лишнее. Отмычки, крючки. Ага, все, да? Не густо. Я думаю, отмычек можно точно запросто еще сделать. Факелы. 4 у нас есть. Да, можно еще... По-моему, факелы... Не помню, уменьшают вес общий или нет. У нас 590 условно килограмм. И как было, так и осталось. 590, да. Ничего интересного. Ну, короче. Так.
Давайте, наверное, возьмем вот это вот задание на специи. Может быть, попробуем хотя бы разик договориться. И купим еще пару специй себе. Пару-троечку нам надо, да. She probably came across a band of deserters. They've been running rampant in these parts since the beginning of the war. Хорошо, все. Теперь мы идем дочищать эту локацию. Логово крыс нам надо уничтожить. Так, а тут в лесу какие-то ребята, не те, которые нам надо. Давайте посмотрим сейчас, что у торговцев здесь есть. Тут еще тоже банда. О, Бренди, забираем Бренди. Бренди, это хорошо. А, так, лагерь бандитов какой-то, да? Нет. Кол для сожжения. Импровизированный. Так, инквизитор тут кого-то сжигать собрался. Только немного дерева. Конопля. И вроде бы все. Так. Что? Ах, еретичка. Ее дом поразило возмездие ока. Других доказательств ее греков не надобно. Как нам сжечь эту ведьму? Все дрова вымокли под дождем. Если зажжем их сейчас, пленница часами подыхать будет. Так нельзя, мы же не изверги. Пожертвуйте нам немного бревен в обмен на благословение. Ну... Давайте мы с ней поговорим еще. Я не еретичка, прошу вас, поверьте мне. Не знаю, почему свет поразил мой дом. По-моему, ребята писали что-то вот про такую ситуацию, что мы ее потом сможем к себе нанять. В команду лесничий, это разбойница, типа, да, будет у нас. Надо нам еще одна разбойница. Сделать ее убийцей. Could you possibly donate a few logs in exchange for our blessing? Давайте нападем на них все же. Спасем не еретичку. Так. Давайте посмотрим, кто у нас тут. Астрид, Берта. Тут можно по троим бросить красиво. Торий. Дадли Хак. Ага, вот, вот так вот сейчас сделаем. Ну, пошли потихонечку вот так сюда. Подлагнула прямо граж. Так. Еще немного подойти. Так, хорошо. Воодушевление сразу получили. Давайте, Берты, наверное, от этого ревнителя избавимся. Вот так сразу. Вот так сразу. Идем дальше. А, мы тут хотели, да, на троих копьем бросить. Вот так сделаем. И пока хватит. Давайте хоть на двоих копьем бросим, я не знаю. Хорошо бросили копьем, однако.
Так, тонем. Пойдем хаком, наверное, вертуху вот тут закрутим сейчас на двоих. Чуть-чуть не добили, блин. А, ну можно яростью его добить, хорошо. Такой вариант меня устраивает. Наши соперники пали духом. Да, я, наверное, отпущу их. Не будем сейчас время на них тратить. Чиниться тоже мы не будем. Так, ну что? Спасибо, я так вам благодарна. Вы спасли меня. Возьмите, это все, что я смогла сберечь, когда за мной пришла Инквизиция. Сапфир и ядовитое масло. Вы примете меня к себе, как спутницу? Я пригожусь, я весьма искушенна в тайных путях алхимии. Можно бесплатно, да, завербовать ее, но я даже не знаю. Мне кажется, нам она не надо. У нее даже имя не переведенное. У Тори у нас имя переведенное было, да? Ну, такое. Мы, в принципе, можем ее взять и скинуть ее где-нибудь на торговом посту. Единственное, что мы сейчас будем с крысами драться, и она там что будет делать? Умирать? Ну, наверное, давайте мы ее возьмем, посмотрим на нее как минимум, да? Мы же не можем сейчас ее таланты там посмотреть, ничего. Может быть, что у нее там что-то интересное будет? Что-то необычное? Нет, все то же самое, что и у наших... Ребят, ну, не знаю. Я думаю, что я, в принципе, ее просто отпущу, наверное. Мне ее не хочется докачивать до 5 уровня хотя бы, чтобы мы могли ей хоть какую-то одежду нормальную дать и оружие, да? И... Да, она нам не нужна. Поймать можем. Да, мы наверное, ее просто уволим. Можно ее просто в торговом посту было бы оставить, наверное. С одной стороны. Пусть бы там сидела. Но, с другой стороны, а какой смысл, что она там будет сидеть, да? Да, мы ее просто уволим. Так, ладно, хорошо. Мы, получается, нашли одно место как раз, которого нам не хватало. Отлично. Теперь давайте мы найдем... А, вот эти ребята, которые нас интересуют. Засада, 4 уровень, да, простой бой будет. Мы его автобоем рассчитаем. Так. Это задание мы выполнили уже. У нас еще одна битва тут где-то простая рядышком будет. Выходим из лесу, идем. По дороге где-то... Давайте меточку поставим. У нас по-прежнему еще розыск висит, да? Мы до этого привала, у нас эффект баннера работал, который скрывал нас от законников, да? И нам теперь, короче, надо подумать, как мы будем делать сейчас. Просто тихонечко, аккуратнее будем ходить, стараться, и все. О, у нас закончилась, да, закончилась хорошая вкусная еда, которая увеличивала нам шкалу усталости. Ну, замедляла ее, наверное, да? Снижение, наверное, так будет вернее. Вот такая вот у нас одна еда есть, которая не слишком интересная. Ну, мы, наверное, ее съедим. Че ей валяться? Блинчиков у нас нет. Кстати, подождите, нам на блинчика бухла не хватало, а мы бухло купили. Мы можем блинчики сделать и все остальное сделать, да? Нет.
А, яблок нам не хватало еще для блинчиков. Вот, блин, надо было яблок купить. В городе там, по-моему, было немного. Могли бы сделать себе вкусную еду. Ну ладно, ладно. Так. Да и все, отдыхаем, короче. Почти сотка еды у нас тратится. Гравированный кубок получили. И куча всякого барахла уже производится у нас. А что у нас, кстати? Так. Во, лесоруб у нас Берта. Берта еще не докачалась. До этого, да, до конца. У нас докачался... Так, Ирида у нас докачалась шахтерством со своим до максимума. Хочу я, может быть, шахтером кого-то другого еще сделать, как вариант. Телосложение и сила вполне неплохие варианты для любого бойца практически. Единственное, что мы будем меньше руды получать, и причем ценные руды будем меньше получать, из которой у нас будут следующего уровня доспехи крафтятся. Пока мы будем вот качать, да, нашего нового шахтера, мы будем только одну эту получать, да и все. Одно железо. Это как-то не очень весело. Приходится пользоваться тем, что есть. Арисия вроде неплохой выбор. Отношения... ухудшаются с Арисией, да? Вести себя так, будто Арисия не существует. Слушайте, мне нравится. Мне нравится этот вариант. Давайте вот так мы сделаем. Отлично. И Хак поднял отношения с... кучей всяких разных... Обожает только Тория. Любит Пира и Троя, Орфа, Астрид, Каледона, Тони. Недолюбливает того, кого не существует. Мне нравится, это хороший вариант получился у нас. Так, хорошо. Нам, да, нам сюда как раз. Немного руды можем взять. Тоже простецкая битва какая-то нас здесь ждет. А, ну, седьмого уровня, ладно, давайте. Седьмого уровня это еще куда ни шло. Тоже будет простецкая битва, конечно, но это все-таки не пятый, не четвертый. Так, давайте смотреть. Первым делом ходит разбойник этот. Будем мы кого-то куда-то передвигать? Может быть, ближе немного ценных бойцов. Где у нас Ирида? Вот. Давайте ее мы поставим вот сюда. И, наверное, с нее начнем. Тут можно было сразу бафаться. Я вот все время забываю, что можно сразу, пока Брунхильда стоит рядом с дружественными ребятами. Нехило так стукнули ее. Ага. Я уже прям как-то и забыл, что они могут нехило стукнуть. Так, как мы тут сделаем? Давайте, наверное, сюда пойдем для начала.
Ладно, давайте так, наверное. Хрупкость. Ослабление. Сколько тут силы, кстати? 34, а у 28 всего лишь. Что ж так мало силы у тебя? Ну ладно. Хорош, хорош. Так, можем просто в сторону, наверное, отойти куда-нибудь вот сюда, чтобы не мешать никому. Тори может куда-то подойти. Давайте мы, наверное, пойдем бафнем. Вот так вот, наверное, этих троих на скорость. Я хочу Тория на скорость, чтобы он, может быть, сюда дошел. Вот так. Тут он может двоих ударить, в принципе. Да? Да. Хорошо. Вот ему ярость бы не помешала. Можно было бы, да, яростью этого добить, к примеру, а потом еще этого добить. Был бы прям чётенько. Так, ой, тихо, тихо. Отличный удар факелом получается. 72 урона под воодушевлением. Недурно. Так, тут мы можем двоих стукнуть вот этой атакой. Она большущая. И атакой послабее можно кого-то добить. Ну давайте, да, я уж не буду добивать их сейчас. Я когда на автобое отыгрываю бои, то там я добиваю всех до конца. А когда уже запись у нас идет, то ну, тратить время не особо хочется. Так, стоп. В теории мы можем сюда пойти. Да, тут можно осмотреть что-то. Неплохо. Книжка с мастерством. Чё, кому мы чё возьмём? Лечение животных. Давайте вот эту штуку возьмём. Да. Так, хорошо. А, тут у нас озеро. Окей. Думал, может, там получится спуститься с горки, но не получится. Давай, 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 обходи, обходи. Сюда обходились. Давайте, пока я не забыл, у нас же тут все, да, крысиное логово следующее. Пока я не забыл, пирсу лук поменяем. Поставим вот этот вот с горящими стрелами. В таких боях, я не знаю, мне не очень нравится горение само по себе, и как-то таким луком пользоваться не хочется в обычных. Но так как у крыс там очень сильные штрафы на урон именно огнем, то это вообще неплохо. Мне, правда, кажется, что здесь может быть крысиное логово довольно низкого уровня. Так, тут еще отряд бандитов. Как бы экспа ходит, да, это хорошо, но
Мы, наверное, логовом займемся. За экспо, если что, когда-нибудь потом еще придем. Когда захочется покопать, может быть, пойти. Че там? 7 уровня, не, нормальные такие крыски, в принципе. Раз, два, три. Три мы легко сделаем, да? Давайте сразу. Попробуем. Ну, поджечь можно весьма недурно так. 6 бойцов, к примеру, сразу. А вот эта область не увеличивает. Дальность только увеличивает, правильно? Дальность. Дальность и точность. Но все равно вот это недурно выходит. Так, ну давайте сейчас посмотрим, кого мы куда отправим. В принципе, мы не сильно спешим, мы можем... Может даже больше этих уничтожить. Не, Орфа мы здесь оставим как раз, да. Кабана. Мишаню тоже не хочется, чтобы он травился. А ну-ка. Вот здесь, наверное, самое лучшее место для бафов будет. Давайте бафнем, может быть, всех волков. Берту. Хака, наверное. Вот эти здесь останутся. О, надо вот этих двоих отсюда забрать. С той стороны нам не надо. Короче, эти двое, к примеру, идут сюда. Эти расходятся сюда-сюда. А там посмотрим. Тут у нас 7 этих... Ну ладно. В любом случае, я, наверное, сразу стреляю. Избавляемся от вот этих крыс. Но не избавляемся, да? Это на 50% у них урон от огня повышен. Так. А, кстати, надо было, блин, надо было Ориону дать, например, горящий лук. У нас же тот лук был уникальным. Да. Короче, это плохо получилось, вообще-то. А, ну эта крыса сейчас никуда не ходит, ну ладно. И кровотечение тут еще тоже пошло дополнительное. Рида может тут копьецом красиво бросить тоже по толпище большой. Давайте посмотрим. Так, у нас эта крыса ходит сейчас. Давайте мы от нее избавимся... Орфом, наверное, или... Тоже вариант неплохой, просто... Дадли подойдет. Так. Эту мы крысу добиваем. А вот этих двоих мы факелом стукнем еще. 80 урона от факела, конечно, нормально так. И тут я, наверное, в сторону отойду. Так, теперь эта крыса ходит.
Но она никуда не пройдет. Отлично. Эта крыса тоже никуда не пройдет. У нас есть время. И это никуда не пройдет. Все, супер. Пошли, короче, пинать вот эту вот всю фигню. Немного не хватило, чтобы добить, да? И опять же, была бы ярость, то получилось бы. Кабан не дойдет, жалко. Я, наверное, да, стрельну разочек. Хорошо, одно логово уничтожено. Пойдем мы за следующим. Ну, идем в сторону следующего на всякий случай, там посмотрим. Так, эта крыса отдыхает. Дальше давайте смотреть. Это отдыхает, это отдыхает. Вот, а там они, короче, все пока отдыхают, это хорошо. Да, я забыл, что... Яд и вот эта вот атака не самая... Хорошее сочетание. Блин. Ладно, бафаем, короче, вот этих всех для начала. Идем теперь, наверное, куда-то сюда выйдем. Так, хрупкость вешаем. Силы 0. Ура, двойной урон. Наконец-то. И крит 100%. Ага. Чуть-чуть все равно не хватило. Вот зараза. Так, и мы сразу пойдем к следующему. Так. Тут, наверное, также мы добиваем. И идем к следующему. Порядок. Так, давайте посмотрим, что там по крысам. О, это куда-то таки добралось. Это никуда не доберется. Это куда-то доберется уже. Ладно, давайте мы сейчас копьем тут бросим. Как бы нам так лучше. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В принципе, наверное, вот так мы бросим. И вот эту крысу просто стукнем. Угу. Ладно, на тех расплевать пока. Забьем на них. Ого, вот это дальность. Вот это дальность. Красота. Тут мы, конечно, стукнем весьма скромно, да, на 35 урона. Я даже не знаю, стоит ли вообще туда идти пиром. Ну ладно, пойдем, наверное. Может быть, стоило, наверное, сначала волками походить, потому что у пира есть ярость. И можно было бы больше урона вломить. И, может быть, потом просто яростью добить. Правда, да, у нас для ярости нет этих самых очков действий. Идем сюда.
Идем, наверное, сюда. Они вдвоем не сгрызут, да? Не сгрызут вдвоем. Ладно, мы тогда Астрид подведем и потом добьем просто. Что-то я озадачился. Ладно. Так. Хорошо. Мишаня пойдет, наверное, матриарха потихоньку грызть. Почти. Можем яростью добить теперь, да? Пойдет. Пойдем куда-нибудь сюда, станем сразу. Не добил одного. Зараза. Ну ладно. В огонь что-то не хочется идти. Надо было, да, для орфа здесь место оставить. А то мы дальше тут не пройдем, к сожалению. Может быть, мы сможем этих двоих сейчас стукнуть. Давайте посмотрим. Вот так. Да, отлично. Такой вариант меня устраивает. Воодушевление получили. Пошли крыски новые. Отовсюду. Один удар ей сделать, и в принципе мы можем заканчивать. Ну, давайте первым делом добьем. Стоп. Так, вот эти пока не ходят, крысы, ладно. Хорошо. Горение пошло. О, Астрид не дойдет, к сожалению. Помочь. Короче, надо добить вот это логово для начала. Хотя бы так. И тут, в принципе, все равно, что эти крысы будут делать. О, вот это неприятно. Вот это неприятно.
Так, это и это. Друбануть тут можно, короче, так знатно. Вместе с кабаном с нашим, правда. Но знатно. Блин, давайте подумаем, как нам лучше сделать. И волком мы не догрызем. Хак практически доламывает вот это. Если мы отойдем хаком немного, то в принципе мы... Давайте, наверное, да. Оставим пока всех остальных. О, нет, не доламывает. Не хватает урона катастрофически, я бы сказал, чтобы хоть что-то сделать. 37. Маловато. Куда урон делся весь у хака? Ну, нам тут вообще не хватает. Но дальше эти крысы ходят, они могут боем завязать пира, и он ничего не сделает. А так крыса пойдет этого волка завяжет боем, и тут мы ничего не сделаем, черт. Может быть, хоть кастрит пойдет, я не знаю. Да, тут нам, конечно, ковырять и ковырять еще. Но в следующем ходу матриарх догорает и все. Вызывает кучу крыс, догорает, и у нас бой в любом случае закончен. Может быть, если тут крит с критами повезет, да, мы хотя бы это сможем добить. А, если этого волка сейчас не это самое. Можем пойти сюда этим волком стать. На всякий пожарный. Так, Пирс страдает, конечно. Пирс, наверное, может выйти из боя, как вариант, и пойти... поджечь тут всех... Все равно не хватит урона. Орион может стрельнуть, но опять же урона не хватит. О, кстати, эта крыса как раз Ориона пойдет перекроет. У нас тут еще вон Тори есть, но Тори никуда не дойдет. Тори может спасти Пирса, Пирс может стрельнуть, в принципе, как вариант. Но тут мы идем, короче, в любом случае сюда, наверное, зайдем в яд сразу. И, ну да, мы все равно нам не хватает хотя бы пары ударов. Так, ладно, давайте добиваем. Угу. Так-с. Ну, у нас, получается, только одно логово осталось, и матриарх, насколько я понимаю. Я больше логова не вижу. Может, оно где-то прячется просто. О, вот оно, кстати, в натуре. Вот это логово. Ну, мы до него точно не дойдем. И это мы тоже не добьем. Так, давайте мы... завершаем этот ход. Это немножко неудачно, но мы можем... Нам, может, хватит урона. Критом, да, более-менее должно хватить. Нет? Вот зараза. Ладно, все равно придется выходить из боя.
Блин, нам, может быть, и не хватит урона здесь. 32. Да, нам не хватит урона, чтобы вывести. А, нет, хватило. Крита... Из-за крита просто хватило. Хорошо. Может быть, мы сможем добить еще это гнездо. Может быть, правда, придется всех поджечь здесь, конечно. Чего мне не хотелось бы делать. Так, Астрид, пока отдыхай. Давайте мы пирсом походим. Это максимальная дистанция, куда мы можем выйти. Блин, нам не хватит... А, черт. Нам 2 очка доблести надо. Ладно, подождем тогда. Сейчас, может быть, получится 2 очка заработать. Эта крыса... Кстати, она никуда не дойдет. Она кто не может быть дойдет? Там не очень видно. Посмотрим сейчас. А, эта крыса куда-то сможет дойти... Так, мы можем очки доблести заработать сейчас вот здесь. Выйдя из боя. Это мы в бой не зашли, черт. И тут мы в бой не зайдем. Блин, тут мы их добиваем, этих крыс. Это немного не то... Что нужно нам? Может быть, вот это, если стукну, может быть, мы ее не убьем. Отлично, мы в бой таким образом зайдем и получим очко доблести, которое нам надо. А, теперь мы из боя выходим, добиваем эту крысу. Так. И, наверное, все здесь, да. Эта крыса как раз там скоро ходит. Окей, пойдет. Такой вариант меня устраивает в целом. Что-то не по плану пошло. А, ну да, мы потратили на сбивающую ударочку доблести. Действительно. Интересный способ собирать очки доблести, конечно, тут у нас вышел. Давайте мы, наверное, тут выйдем из боя. И никуда мы не сможем отойти. Вот это не очень приятно. Давайте попробуем так хотя бы. О, не очень все так получается. 22 урона. Да, вообще не очень выходит. Ну, кабан выживет, в принципе. Хоть и отношения испортили мы. Но мы получили очко доблести. И можем добить еще 2 крыс. Окей. Давайте посмотрим. А, мы не можем сейчас посмотреть. Так, теперь идем сюда. Хотя мы можем, наверное, еще кем-то можем походить. Да, запросто. Давайте подумаем только кем. Дадли, если возле врага остается... Заканчивает свой ход, то тогда... Мы еще одну очку доблести получим. И мотивацию получили, хорошо. Можно было факелом, правда, стукнуть, тут еще красиво. Еще одну очку доблести получили. Хорошо, тут все отлично прошло. А теперь давайте можем запускать пирса. Идем сюда. Активируем прицеливание. Активируем отбрасывающий выстрел. Да.
Не все. И даже... Ну, в принципе, если мы... А, кстати, мы когда закончим ход... То эта штука тоже умрет, по идее. Правильно? Ха. Интересно. Вообще можно было Тони выйти из боя, пойти бафнуть на дальность передвижения кого-то. Того же Пирса, например. И он смог бы забросить огненную стрелу свою вот сюда на краешек совсем. Был бы отличный вариант. Так, хорошо. Кто у нас еще не ходил? Мишаня не ходил. Сколько движения? 13 у вепря. Давайте попробуем. Вдруг мы, если бафнем сейчас, то вепрь сможет добежать. Ну, вряд ли, наверное, да, все-таки. Тут довольно далеко до того аж этого. Да, очень далеко. Пойдем хоть крысу стукнем. Можно было, кстати, дождаться воодушевления и только потом походить пирсом, и мы бы добили то гнездо. Ровненьких 19 урона. Ну все. Это вызывает еще крыс, умирает и бой закончен, в принципе. А то гнездо, интересно. Нет, то гнездо не было уничтожено, к сожалению. Ой, мы сколько получили, потеряли усталости. А. Но 14 чумных образцов, 80 клыков, в принципе, неплохо. Десяток чумной кожи. Сейчас еще отремонтируемся немного. Давайте, наверное, тут хорошо отремонтируемся. Дадли уровень поднял. Больше не будем ремонтироваться. Астрид отремонтируем. Все, полечимся. Так, Дадли... 7 уровня уже. Хорошо. 16 движения у него уже набралось. Мы ему крит возьмем. 39 опыта получили за все про все. Так. И у нас перегруз. Перегруз. На 8 килограмм. Мы сейчас съедим просто 8 килограмм, да и все, да? Давайте вот так. Сколько тут? Есть у нас шансы на 10%? Нормально.
Так, а вот теперь надо подумать, что мы будем есть, потому что ничего вкусного приготовить мы вообще не можем сейчас. Придется давиться всякой ерундой. Ну, как-то вот так. Давайте отдыхаем. Да, и у нас еще 2 килограмма есть. Было. Не, нормально, нормально. Куча веса свободного у нас. Да, правильно, потому что мы переработали тяжелые каркасы вот эти. Потому что мы переработали... Да, и здесь, и получили легкую это. Да, все хорошо. Мы каждый привал довольно много веса себе освобождаем. Окей, что у нас дальше? Мы полностью, да, прошли вот эту локацию. Полностью все зачистили, можем теперь сваливать. О, стоп, прежде чем мы сваливаем, давайте мы... Блин, а следующий привал-то у нас... Да, мы... Нет смысла баннер сейчас трогать, потому что мы без блинов. Баннеры без блинов не очень. Так, хорошо. Вываливаем отсюда. И двигаем в Тилтрон. Что у нас тут? Горка у нас тут. И внимательно, аккуратненько, стражников походим по возможности. У нас сейчас, да, этот уровень погони до 1 опустился, уже не так страшно в целом. Нет, тут ничего интересного нет для нас. Алхимических всяких штук я бы купил бы с удовольствием. Можно на полигон сгонять? Прикупить барахла. У нас деньги есть. Ха. Ну, наверное, потом. Потом как-нибудь. Так, на ферме у нас тут что-то было интересного? Кроме конопли. Нет. Ох, сколько вас тут ходит-то. Конюшня, можно 3 подковы взять. Нам как раз надо бы 4, может быть, даже. Слушайте, было бы неплохо. Так, хорошо. Первым делом сдаем все задания. Так. Банда, отряд, рассадник крыс. И... А как нам... Сдать задание на рынок, наверное, да, пойти сразу? Да, с этим поговорить сразу. А, нет, просто продать? И теперь мы... О, слушайте, вообще неплохо. Да, это хорошие такие задания. Мы и деньги получаем за... Продажу, да, разницу. И получаем еще и за само задание. Это все, да, вполне неплохо оказалось. Что у нас тут? Новая Астель. Нам точно не туда. Вот это похоже... На то место, куда нам надо добраться. Очень похоже. Это нам не по дороге, это нам не по дороге. Все нам тут, короче, не по дороге. Но можно, в принципе, взять какое-нибудь вот это задание. Ну ладно. Мы сейчас по шахтам идти не будем, копать нет смысла и нет места, потому что мы все барахло забрали, да, все полностью, все, что у нас было в корте,
Все ресурсы мы сейчас с собой везем. И нам было бы неплохо их довести до города сюда, куда-то, да? Как вариант. И там уже, может быть, выгрузиться. Хотя и в Штормкапе тоже оставить их как вариант. Относительно неплохой. Но я подумаю еще над этим. А, так, хорошо. В аптеке, по-моему, ничего интересного для нас не будет. Давайте мы зайдем к кузнецу, продадим барахла немного. Во-первых, Пиру вернем его лук нормальный. Где там твой нормальный лук? Вот этот. Не Пиру, а да, Пирсу, точно. Вот, а теперь можем продать. Я, наверное, этот огненный тоже продам. Как-то я не проникся. Не проникся. Щит оставлю с отражением, мне нравится. Барахло, барахло. Пламенный удар не нравится. Так, тут ничего интересного пока. Яблоки забираем, виноград забираем. Капуста тоже нам пригодится. Соли вроде бы у нас собралось нормально. А баранину. Можно и немного курятинки забрать. Так, сейчас приготовим еды. Мы как минимум можем сделать себе уже... Да, пару блинчиков. Можем сделать пару культурных шоков. Уже на 4 привала нам будет. На закуску курицу. А баранина. О, стоп, средние прожарки — это не та баранина, которая нас интересует. Эту баранину мы просто сделаем одну штучку и съедим ее просто. А нас интересует баранья похлебка, вот. О, чё, я не доклацал, да, наверное. Так, каша пока не интересует, чаи тоже не очень. Уху и щуки можем приготовить тоже. Так, хорошо. 2 очка зданий у нас есть. Может быть, что-нибудь тут возьмем где-нибудь. Масла еще тоже можно покрафтить, в принципе. Когда-нибудь покрафтим обязательно. Давайте вот этот вот рецепт тоже возьмем. И, может быть, сразу сделаем эту оленину. Одну штучку чисто. Так, хорошо. Сколько у нас? Ну, веса переносимого не так-то много. Если я сниму сейчас мешки, то... То все. Отремонтируемся, да? Что-то я забыл сразу, можно было бы. Так, и теперь, наверное, сходим все-таки за... подковами. Посмотрим сейчас, что у этого каравана. Стоять. О, это мы берем. Это полезные штуки весьма. Может, быстренько сейчас на этот караван глянем пока. Недалеко. Виноград я заберу. Угорь. Нам тоже, в принципе, надо. Сыр пока вроде нигде не нужен был, но, может быть, очень скоро пригодится. Если в этом будет как раз в следующем городе, куда мы идем, будет рецепт на что-то сырное, то да. Так, три подковы берем, подковываем волка. Где там подковы?
подковываем вот этого пони. Кто у нас еще тут? И то не можем подковать, да? Правильно? А мне что-то казалось, у нас 4. Нет, все тогда хорошо. И нам надо что-то выбросить еще будет. Можем продать немного барахла. А это барахло не весит ничего. Камни тоже особо не весят ничего. Вот этот ошейник тоже не весит ничего. Да что ж ты будешь делать-то? Но нам веса четко хватило. Ну ладно, ладно. Тем более мы сейчас, да, мы сейчас как раз уже скоро спать будем ложиться. Ой-ой-ой, стражники тут не в тему, конечно, блин. Если я лягу спать, что нам пишут? 10%. Давайте посадим кого-то на стреме, пусть стоит. Так, а мы наконец-то вкусненько поедим, используем баннер после этого. Сожжем одну древесину, да. Давайте вот это съедим, вот это съедим. Медведь. Давайте, да, это тоже нормальная еда. Длительность бега повышается до следующего привала. Окей. Этот вариант мне тоже нравится в целом. Так, ну и теперь мы можем наконец-то баннеры использовать. Пряжка ремня была изучена, получена. Так, вино нам надо... Ягоды, да. Давайте вот так, наверное, сделаем. Здесь... Пойдет, в принципе. Видели бы меня сейчас мои родители. Они гордились воителем, который из меня вырос. Так, опыт. 350 опыта близким спутникам. Или отношения. Я, наверное, опыт возьму. 350, кажется, весьма нехило. Берта уровень подняла. Дадли, получается, вот это вот все близкие спутники, да? И все они получили по 350 опыта. Или это не совсем так? Слушай, Берта, а что у тебя в бою было 20 там с чем-то силы? 29. Или это я не на Берту смотрел? Вроде 29 было, мы смотрели. Я еще удивился, что так мало. Кстати, лес порубить на самом деле было бы неплохо. И лесоруба ей покачать. Ну ладно, это в принципе небольшая проблема. Потом еще походим, может быть. А, стоп, баннер, да? Баннер я так и не по это самое. А, и здесь то же самое. Берем и мотивацию, и чтобы нас патрули не ловили. И идем спокойно себе дальше заниматься своими делами. Вот это мы забираем.
Так, мы хоть туда вообще идем? Ну, в теории, да. Кстати, тут можно было дерево порубить. Ну, неплохо мы затарились всякими алхимичными штуками. А, мы собирались, да, через вот эту вот гору пройти. И вот тут проход вот таким вот образом был. Идем, наверное, вот так через на гору заберемся и через гору Алтис пройдем. Я думаю, мы сможем тут спуститься, крюк сбросим где-нибудь. И на той стороне выйдем, по идее. А вот здесь можно подняться, это мы выйдем в лес. Идем, я не помню уже, как мы туда забирались вообще. Как мы там оказались, на той стороне. Ну, давай. Гора Алтис, независимое государство. То, что мы как раз искали. Что там по весу? Еще можем немного цветов собрать. Какого-нибудь хлама. Так, а ну-ка. Тут у нас край карты, правильно? Это переход к этому рассаднику крыс, который мы зачистили. Давайте, наверное, вот сюда сейчас глянем. Ага, тут и смотреть особо не на что, потому что тут еще одно озеро. Вот так вот карту откроем. Рыбу половить. Ну, у нас сейчас перегруз будет. После рыбалки. Ну, а вдруг тут какая-то рыба интересная будет. Ничем не примечательная, кажется, рыба. Рыба и рыба. Так. Ну, мы на самом деле избавиться от перевеса можем легко вот так вот. О, нет, не избавились. Ну, можем тогда вот так избавиться. Всякие эти крысиные ошметки мы наберем без проблем еще. Трактир на горе Алтис тут еще есть. Хорошо. Так, что там? Можем еще цветов собрать. Не знаю, зачем мы их столько собираем. У меня уже, по-моему, несколько сотен цветов собралось. Так, ты кто? Факелы, веревки, крюки. Хорошо. Ничего интересного. Копейщик 5-го уровня. С яростью. Ну, нам не надо. Свиная похлебка. Вот это вино нам надо. Как раз. Ой, блин. Кажется, я просрал только что немного деньжат.
Так, мы тебе можем пару камней продать, например. И кинжал, наверное, все-таки продам этот. По килограмму сумки. Ну, на крайняк можно, да, сумку просто цепануть будет. Но я хочу сейчас посмотреть. По-моему, нам как раз вина не хватало. Но это не точно. Нет. А, нам не даранское, нам гозенбергское вино надо. Черт, точно. И даранское сюда идет у нас. Ну, можем сделать на самом деле. Наверное. А, фасоль нужна. И свинину мы все съели тоже. Да. Все поели. Хорошо. Таким вот образом мы от перегруза избавились. На трактир мы посмотрели. Можем даже дерево немного еще взять. Грибы. Почти ничего не весят. Хорошо. Что у нас тут еще интересного может быть? Это что там такое? А, это переход, да, на... Куда-то сюда как раз. Идем, наверное, посмотрим, да, вот в эту сторону. Там лагерек какой-то есть. Блин, надо было, наверное, да, не баннер не использовать на... На то, чтобы меня стражу не искали. Так, ну, в принципе, мы тут осмотрелись. Мы можем попробовать здесь крюк сбросить. Я не знаю, получится вообще довольно высоко, кажется. Да. Не можем тут крюк сбросить. Но в целом тут понятно. Там он еще какой-то лагеречек небольшой есть. С какими-то безделушками, может быть. Но мы пойдем вот здесь спустимся вниз. Тут точно мы крюк сможем скинуть. Давайте вот так. Разбойничье пограничье. Окей. И тут у нас... А, нет. Ну, в принципе, да, конец карты, по большому счету. Цветы я, наверное, пропущу. Дерево, может быть, сейчас еще вот это вот возьмем. И идем посмотрим на разбойничье пограничье. А, тут нам что-то вообще пишут? Да, тут нам ничего не пишут. На горе Алтис есть тут еще какие локации, сколько. Мы не знаем, да? Ну, наверное, кроме вот этих двух, может, больше ничего и нет. Ну, давай. Пройти мы не можем. Пробка. Крокобан. 20... А, первого уровня, 22 здоровья. Крокобан. Заразный укус. Страж топей. Так. Не трогайте крокобана, он кусается. Наемники, пытаетесь избежать поборов на границе? Нет пограничного пропуска, вот и взбираетесь на гору Алтис. Без нас у стражи совсем продыху не было бы. Ладно, гоните 200 монет и можете проходить. Да камон. Первого уровня? Ой-ой-ой.
Эти бандиты охраняют границу между Лудерном и Тилтроном. Ну, если вы хотя бы не бандитами были, я бы еще, может быть, подумал. А так... Первого уровня. Наши соперники пали духом и бегут. Ладно, бегите. Бегите, глупцы. Кинжальчик нам дали. И отмычку. Золотой ключ. Так, а ну-ка, подождите. Можем уйти отсюда. Можем... Выйти на башню, типа, я думал, но... Видать, нет. Ну, я ничего не вижу, чтобы здесь можно было бы открыть. Уйти, что так, да? Что выйти, что уйти. В одно и то же место нас отправляет. Может быть, еще надо вот тут посмотреть внимательнее. Нет, там вроде больше ничего нет. Выйти еще вот здесь, типа, есть. Мы, наверное, могли их не убивать, да? Просто через башню вот так выйти и, типа, все. И, типа, прошли. Да возьми ты эту железную руду, камон. Я понимаю, что не хочется уже носить, но надо. Надо подобрать. Третьего уровня. Буря клинков. А вон крокобаны. Блин, у нас перегруз. Давайте сейчас что-нибудь скрафтим, может быть. Угощение мы делали. Вот эти три крючка сделаем. И уже место немного освободили. Крафт веревок, по-моему, нам места не прибавляет. Так, хорошо. Что тут у нас? Комары. Как раз, да? О, тут мельница какая-то. Регион Лудерн. Давайте мы, наверное, сейчас быстренько пойдем в город, чтобы там можно было разгрузиться, построим там торговый пост. Я думаю, нам даже хватит... вон комары, да? Хоботки, из которых мы будем фармить. Таверна «Болтливый бочонок». Можем задание сразу набрать здесь. По идее, тут тоже два города получается, да? Рассадник крыс, мастер-следопыт. Ну ладно. Посмотрим, где тут все местные достопримечательности сразу. Разгромить башню. Уничтожить там кого-то с отрядом. Давайте возьмем... пару заданий. Так, все, короче, больше я не это самое, не пытаюсь ни с кем договориться. Задания легкие. Так. А вот и сыр, кстати, да? Охотничье фондю. Оленина. Охотничье фондю. Скорость движения по миру повышается на 10%. Класс. Бренди я бы тоже набрал бы. Но у нас, по-моему, яблок не хватает. Да ну ёлки-палки, ну что я все время вот так делаю? Не надо. Я пытаюсь выучить свиток, да, этот чертеж. Он его обратно продает. Ну. Я бы, конечно, бренди бы набрал, но это 5 килограмм. Давайте посмотрим сейчас,
О, мне реально просто яблок сейчас не хватает. Да, много яблок не хватает для полного счастья. Ладно, мы сюда еще в любом случае вернемся. Так, ратуша. Что у нас тут? Кто у нас тут? Эдоранский беженец. Я перешел через весь Артес и Тилтрен, чтобы тут очутиться, но здесь я никому не нужен. У меня почти кончились силы. В Даране меня ничего не ждет. Война лорда Лахерта и лорда Верналия уничтожила то немногое, что у меня было. Сжальтесь надо мной, наемники. Убедите судью позволить мне остаться. Не дайте ему отправить меня во свояси. Беженец, стража, сопроводит его обратно к границе. Вождя пошел предупредить их. Давайте спросим. Шутите, наемники? Он из Эдорана. Его предки напали на Лудерн и истребляли мой народ целых 30 лет. Давайте убедим его. Ваши аргументы весьма резонны, наемники. Бедняга всего лишь простой фермер. Он слишком юный и не мог участвовать в Эдоранской войне. Ладно, позволим ему остаться, но жизнь Лудерн не так тяжка. Он еще пожалеет, что его не арестовали в Тилтроне. Так. Он сказал, что я могу остаться. Благослови вас, Еру. Древние Итули. Держите, это последнее, что меня связывало с прошлым. Я начинаю новую жизнь, и больше мне это не нужно. Повязка рабочего. А ну-ка. Получаемый профессиональный опыт повышается на 10. Я бы... Берти бы дал. Хорошо. Мы уже открыли два места. Два места. Это место мы еще типа не открыли. Это одно. Это, наверное, второе. Но не точно. Ну ладно. Так. В принципе, тут мы все, наверное, сделали. Комары улетели. Давайте что тут у кузнеца. Вот вам небольшой совет по дружбе. Следите за состоянием брони. Лудернский комар-кардинал способен прокусывать броню и пластины. Окей. Так. Хорошо, погнали. Чумные толпами ходят. Комары, кабаны. Крокодилы-кабаны какие-то, да, видимо, или что? Еще какие-то ребята. Контрабандист. Урон против чумных повышается на 25%. Возьмем, ладно. Так, караван. Как тут караваны ходят? Тут такие движухи всяких гадостей. О, хорошие караваны здесь ходят. Ну ладно, мы пока... Не будем ничего. Кто-то положил статуэтку крокобана в качестве подношения. Так. Нам вот сюда. Клан Гаруса. Ну, давай. Вот, что-то... Как-то никого нет. Это мой торговый пост. Я, наверное, два раза кликнул. А, да, во, все нормально. Я два раза кликнул, походу. Хорошо, давайте сразу посмотрим на торговый пост, чё почём. Когда я был молод, то путешествовал по свету, выслеживая призрачную стаю. Интенданта лучше меня вам в Лундерне не найти. Вам лишь нужно купить эту землю за 1500 легко. Не волнуйтесь, я свое дело знаю. Торговый пост будет возведен в самые кратчайшие сроки. Отлично. Так, да... Недурно. Да. Так. Давайте посмотрим. Если я, например, захочу отсюда двинуть вот сюда.
238 еды мне понадобится на это. Нехило. Ну, 3 дня, да. 3 дня. Наверное, без всяких там бонусов я за 3 дня, может, и не дойду даже. Если чисто какую-то простую еду есть. Хорошо. Хорошо. Ну, мы уже можем разгрузиться, если что. Это определенно меня радует. Так. Давайте выучим вот это. Мы, кстати, шерстяную ткань-то не взяли с собой, правильно? Ну, у нас места не было на ткань. Мы в другой раз ткань возьмем, видимо. Так. Давайте сюда. Вот информатор нас тут ждет. Лутерн, пожалуй, самый опасный регион, в котором вы когда-либо побываете. Но и задания тут очень выгодные. Всего 2 сюжетных задания? Ладно. Так, хорошо. Записку информатору отдали. Давайте посмотрим, что у нас тут интересного. Рассадник крыс, да? Берем. Старая Даранская сторожевая башня. Требуется помощь легиону. Говорят, в Лудерне прячутся люди, за которыми охотится легион. А, наоборот, не легиону. Кланы... А, ну да, наоборот, мы помогаем легиону, ага, найти этих людей. Окей. Набираем, короче, все вот эти задания простенькие для начала. Угу. И 2 крысиных логова, у нас разные задания на них, и в разных местах они. Хорошо. I don't mind sleeping under the stars. 5 уровня ребята тут скучные какие-то. В таверне. Волчьи ребра. Критический урон повышается. О, кстати, что тут у нас? Отряд боится, что будут бичевать слишком сильно. Когда боец погибает в результате бичевания, все назначенные бойцы работают. Как если бы их тоже бичевали? Чего? Ладно, ну мы возьмем эту ерунду. Пусть будет. Бичевать я что-то никого не хочу, если честно. Так. Что у нас тут еще есть интересного? В таверне вроде больше ничего. Давайте поалхимичим зайдем, пообщаемся сначала. Ясно. Куча масла уже. Изучили именно рецептов. Так. Эфир. Шанс поимки врага увеличивается на 15%. Давайте сделаем. Бренди потратим. Что только что тут было. Но я наверное, продам. Мне кажется, что... Ну или пусть валяется, выкинем в этом. Может, где-то кого-то нужно будет
Хотя не знаю, все равно все довольно просто ловятся и быстро. Так, первым делом давайте изготовим сталь. Угу. 21 штучка. Мы получаем всякие ингредиенты, когда крафтим. А что у нас? А, ну мы получили, да, еще. Хотя нет, не знаю. Ну, короче. И 16 стали тоже. Давайте сделаем. Акетская. Это самые топовые материалы. Мы еще не крафтили такое. И целую гору всякого барахла получили. Отлично. Так, по маслу, может быть, тоже пройдемся. Как минимум просто сделать... А, по 3 порошка нужно. Да. Тут, наверное, наш лучший вариант. На повышенный шанс крита. 10% весьма недурно. По-моему, это лучшее масло, которое у нас есть. Потому что там на многих маслах просто какой-то шанс повысить там ловкость или силу. Или что-нибудь еще. А тут сразу 10% крита. Это как бы тоже шанс, да? Но это хорошо. Это мне нравится. Давайте сделаем 2 масла вот таких. Вмажем их сразу куда-нибудь. Давайте, может быть, для наших рубак. В 2 раза увеличиваем таким образом шанс крита. Тем более, да, вот это вот оружие вполне себе неплохое. Вот сюда, наверное, тоже. Не, да, давайте лучше, может быть, сейчас. Кому 3? Во. Его эта дубина 3 удара делает. То есть это, да, у нас 22, 3. Ну, если двоих бьет, то 3 делает удара, правильно? Вот. И это у нас будет... 22% шанс критануть при каждом из этих ударов. Ну и всем остальным тоже мы потом такое масло наделаем, я думаю. Что еще у нас тут? А, все остальное масло давайте... А, чистый экстракт. Что там для него нужно? Склянки и рыбий жир нужен. Много рыбьего жира. Мы можем нафигачить, да? Давайте. Не получили алхимические отходы и еще порошка. Немного. Так, ну и пошли по одному маслу скрафтим чисто... Для того, чтобы знания получить. Может быть, там рецепты откроются на усиленные масла. Где будет, может быть... Ну, который мне может больше понравиться. Не знаю. Посмотрим. Так. Конопля нужна. Банки нужны. Просто пустые банки зачастую, да? И рыбий жир тоже много где нужен. Соль мы потратили всю. Идем, короче, на рынок, посмотрим тогда. Так. Эти шкуры настолько идеальны, что купцы из Гозенберга готовы пробиваться сквозь орды чумных чудовищ и болотных тварей ради них. О, конопля по дешевке. Ну, тут ничего нас не интересует.
It tastes like swamp water. You're not from Edoran, right? We fought those vermin for 30 years. I won't start selling them our products now. Короче, наберем всякого барахла. Охотничье фондю. Делаем. Фондю хорошее, мне нравится. Это мне не очень нравится. Но один раз, наверное, сделаем. Кстати, можно тоже этого чая разочек сделать. Еще что-нибудь. Не. Тут больше ничего. И можем 7 еще стали сделать. Которая нам еще очень не скоро понадобится, кажется, но все же. Когда понадобится, нам понадобится ее немало. Так, хорошо. Так, ну нам уже пора серию заканчивать, я смотрю. В следующей серии мы пойдем, наверное, в те места, где у нас больше всего заданий. Пока что не будем, наверное, выполнять вот эти рассадники. Ну и вот это вот задание тоже, как может быть, получится здесь, в этом городе взять... в этом как раз мы взяли задание сюда. И на одной из логов. Ну, короче, вдруг получится во втором городе взять еще тоже дополнительные задания на эти же места. А пока повыполняем и сюжетки, да, и вот эти вот простые заказы на убийство. Давайте сейчас посмотрим, что у нас... вот тут у нас что-то можно открыть. Шанс применения эффектов масла силы повышен на 50. То есть с этой бутылкой будет 100%-ный? Или 50 от тех 50? Интересно. Но мне не нравится в любом случае носить с собой эти штуки, поэтому крит как-то выглядит гораздо проще, интереснее. Но можно эти штуки будет сделать и продать все три со временем. Так, и давайте еще глянем, что у нас здесь по путям. Может быть, мы тоже что получили, тут открыли. Нет. И нет. Еще один заказ, в принципе, да, уже неплохо будет. Ну да. А так пока. Тут у нас еще уровень один. И все, это уже максимальный уровень. Тут можно уже ничего здесь не брать. Да, мы берем последнюю. Шанс поимки животных увеличен на 50%. Ну это ерунда по большому-то счету. Да. Этот путь у нас быстрее всего качается. И на 9 уровне никаких бонусов нет, только на 7. Ну и на 4, понятно. Да, этот путь нам до 7 качать еще долго, чтобы посмотреть, какие там бонусы будут.
тяжелых контрактов на убийство выполнить 5 надо. Победите стражу в бою при подозрении... 4 опыта. Настигните в бою не менее 10 богатых торговцев каравана. 4 опыта. В принципе, может быть, вот это неплохой вариант будет для более быстрой прокачки. Но это нужно будет опять себе набирать эту самую. А потом морочиться, ходить с этим. Тут по единичке везде. Да. Пять раз торговцев нужно победить, чтобы 2 опыта получить с них. Ну, тут, конечно, да, этот, короче, путь весьма качаться будет долго. Ладно, в любом случае, пока что мы серию заканчиваем, и в следующей серии будем продолжать уже разбираться с новой локацией, довольно интересной. Да, у нас тут сразу много новых тварей, которых мы еще не видели, нас встретили, да, и... В следующей серии будем смотреть на них, попробуем, конечно, их тоже себе, там и комаров захватить, и крокобанов тоже посмотрим на них, главное, чтобы уровень был хороший, вот, ну да. А пока что всем спасибо за просмотр, всем пока, и увидимся в следующей серии.